Всем привет, ребята. Анекдот. Весна пришла на Урал. Короче, парень с девушкой знакомятся где-то в клубе. Тусят, бухают, танцуют, все остальное. Едут к ней домой. Всю ночь занимаются сексом. Все так классно. Парню все так нравится. Утром он просыпается, она пошла в ванну. Он такой просыпается, думает, господи, как хорошо, что я с ней познакомился. И вдруг видит огромный портрет на ее столике. Парень там такой. Она возвращается, он такой, это кто? Она говорит, не надо об этом, это прошлое. Он говорит, я прошу тебя, скажи, кто это. Это прошлое, не надо. Он такой, раз так, тогда мы расстанемся, а ты мне так понравился. Одевается, собирается уходить. Она говорит, стой, стой, да это я. Просто до операции. Ребят, обязательно подписывайтесь, пока я еще не замерз, на анекдоты, которые вот здесь. Дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан.